Новый главврач, новые правила. В одной из горбольниц Томска снова скандал. Прошло всего полгода после нашумевшей смены руководителя медучреждения. Чиновникам снова идут коллективные жалобы. На этот раз действиями начальника возмущены сотрудники пищеблока. Руководство лечебного учреждения собирается отказаться от их услуг и перейти на привозное питание. Люди боятся не только потерять работу, но и уверяют, что привозные продукты могут быть опасны для пациентов. Есть к руководству больницы и другие претензии. Врачей не устраивает размер зарплаты и отсутствие нового оборудования.